Я приветствую вас, друзья. Мы продолжаем прохождение Wolfenstein 2 Новый Колосс. Так, продолжаем ликвидировать оберкоманда. Ну, наверное, отправляемся в Манхэттен, в метро в этот раз. Всем приятного просмотра. Не забываем подписываться, оценить видео и комментировать. Погнали. Итак, так, смотрим. Манхэттен. Метро. Да, погнали. Ого. Вот здесь надо аккуратно. Эй, Бласковец, где-то в подземных тоннелях находится оберкомендант Генрих Мюллер. Найди его и прикончи. Конец связи. Я больше не могу. Знаю. Я покончу с собой, лишь бы только не идти снова в этот тоннель. Понимаю. Господи, да там же пусто. Мы были там уже миллион раз. Ты лучше думай о хорошем. Всего 7 часов, и смена закончится. Ха, лучше бы пристрелили меня. Пусть кто-нибудь возьмет и пристрелит меня прямо тут. Понимаю. Накаркал. Так. Все? Ну, вроде все. Так. А по-другому здесь никак. Ну, в принципе, можно было по стелсу как-то. Смотрим, что здесь есть. Ох ты, блин. Откуда они наползли? А, не надо. Пока не надо. Давайте осматриваться, что здесь есть. Бывают запрятанные вещи. Вроде все, мешаю тут, понимаешь ли. Смотрим. Так, здесь снова мы не можем пройти, но это в прошлой серии. Так. Да что ж они мешаются, а? Что это? Это у нас кусок броника. Далеко как стоял, а? Что еще? Они постепенно, что ли, все приходят сюда? Где? Где? Не, больше никого нет. Так, подождите-ка. Да, больше ничего. Да, даже стихло. Это что у нас? Понятно, заберем.
пусто. Секретики ищем, секретики. Что это, хилка? А здесь что? Тупик какой-то. Там пока тихо. Да, здесь ничего нет, мы здесь уже все осмотрели. Подождите-ка, а нет, я помню, это здесь были мы. А вот здесь крокодил был. О, карточка есть. Хорошо. Ясно. Ну, больше ничего нет здесь. Стоп. Да, это завалено, мы там пытались пройти, но безуспешно. Ладно, пойдемте, здесь больше ничего нет. Не найду. Погнали. Ой, стоп. Да, здесь тоже ничего нет. Жаловаться побежал, что ли, второй. Так, вроде миньоны рассыпались. Ничего нет, спрятанного. Ой, сколько всего сверкает. Их еще найдешь. Так, там свет горит прям. Это что? Это просто броник. Ищите, ищите меня. Как-то так попроще. Так, пока у нас нет цели. Так, это у нас что? Ага. Здесь тоже ничего нет. О, это какая-то зона. О, мы здесь еще не были. Давайте сперва осмотримся. Так, мы там были? Да, это комната.
Хорошо, гранатки. Больше ничего. А что ж ты зацепляешься? Так, смотрим здесь. Здесь вообще все завалено. Ну ладно, пойдемте. Новая локация. Так, а у нас тут тоже, да, ничего вообще нет. Ну все. А, нет, мы здесь были. Это дальше не будет. Тут вообще все разрушено. Что-то... Да. Ладно, пойдемте. А, да, вагона нету, кстати, смотрите. И крокодилов нет. Их съели. А интересно. А, вот вагон. Ну правильно, мы же его утащили с тобой. Ага. Так, и как же нам это все сделать? О, там миньон идет. Не, нету его. Заберем топорик. Так, громила ходит. Ну, пусть ходит, сейчас посмотрим. Вагон. Игрушка для Макса. Хорошо. А что сейчас за слоумо было? А, вы видели, да? Слоумо? Какой-то типа, если нас палит. Точно. Все, спалились. Понеслось. Хорошо, почти. Да, новая локация, интересно. Они такие желтые, сразу так видно. Нет, 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 нет. Есть эскиз. Молодец, Бласковец. Одним обер-комендантом меньше. Теперь дуй домой. Конец связи. Какой домой? Тут еще у меня... Еще эти оставались. Гаврики. Так это что сейчас было? Отскочило что ли? Так, смотрим. Ага, запись есть. Электронное письмо обер-коменданта Мюллера. Кому? Генерал Ирен Энгель.
дата 28 июня 1961 года. Генерал, позвольте начать с того, что я всецело поддерживаю ваше решение. Я знаю, что вы хотите меня наказать и имеете на это полное право. Я вас понимаю. Но я считаю, что нанесу вред интересам Рейха, не уведомив вас о том, что старания моих подчиненных можно применить с большей пользой. Ежедневное патрулирование тоннелей не принесло никаких результатов. Никаких. Все указывает на то, что отряды противника покинули город. День за днем мои опытные бойцы выполняют сизифов труд. Я умоляю вас поручить нам другое задание. Я переживаю не за себя, а за моих подчиненных. С уважением, обер-комендант Генрих Мюллер. Так, ну все, пойдемте посмотрим, что еще здесь есть. Наверняка что-нибудь да найдем. Хотя вряд ли. А, подождите-ка. Пока я там бегал, по-моему, там эскиз был. Сейчас посмотрим сам эскиз. Подождите, здесь мы были? Возможно. Так, где мы видели эскиз? А, где-то здесь. И карточка есть. Ого. Ник Корт какой-то. Да, мы здесь зашли. Смотрим. Так, это мы вообще вышли куда-то. Ясно. Здесь мы нашли игрушку для Макс Хаса. Стоп. А, ну это понятно. Возвращаемся. Давайте дальше посмотрим. Да нет нигде. А, здесь, вот он. Смотрим. Ого, один эскиз только. Это так выглядит само метро. Да, здесь гораздо такое масштабнее. Видно, как все проломилось. Потолок даже из бетона. Так, собираем. Это нужная вещь. И покидаем этот уровень. Хорош здесь лазить. Генрих Мюллер. Угу.